Привет! Вы на канале Криптонация Live, и это проект Refine Medium. Погнали! Refine Medium – это децентрализованная медиаплатформа, которая будет предоставлять качественные услуги для показа, продвижения и создания видеоконтента. Эта платформа полностью построена на базе блокчейна Эфириума. И теперь с помощью данной технологии все зрители и создатели контента полностью смогут погрузиться или ощутить все преимущества современной технологии блокчейн на основе смарт-контрактов Эфириума. Данная платформа будет единственная в своем роде, и она сможет стимулировать каждого заинтересованного пользователя, проявившего желание взаимодействовать или вносить какой-либо вклад в развитие Refine Medium. Эти преимущества медиаплатформы, такие как отсутствие препятствий географического местоположения, доступность содержимого, легкий поиск, удобная навигация, сокращение пиратского контента и низкая абонентская плата, выгодно выделяет их среди всех конкурентов. Также данной командой был создан токен, который называется XRM. Токен Refine является криптографическим активом и будет продаваться с самого начала запланированных продаж. Данная компания верит, что токен будет иметь огромную популярность среди тех пользователей, которые активно будут использовать данную платформу, и кто верит в децентрализованное будущее блокчейн. Компания представляет из себя идеальное сочетание корпоративного сотрудничества, технически инновационных инструментов и не имеющей аналогов развлекательной онлайн-платформы. Ведь Refine Medium команда поднимает планку на совершенно новый уровень, где приоритетом становится удобство, навигация и социальная ответственность по отношению к людям. Компания будет постоянно стремиться развиваться, вдохновлять и поощрять людей, чтобы пробудить в них желание постоянно выкладывать свой опыт и свой контент на данную площадку Refine Medium. Разработчики создали ее таким образом, что каждому человеку будет удобно на ней пользоваться. Refine Medium – удобная децентрализованная платформа для доступа к контенту по всему миру. Если тебе понравилась данная компания, то все ссылки на него в описании. А если понравилось данное видео, то подписывайся на канал, ставь лайки. Пока! We'll be right back.